Привет! Сегодня мы рассмотрим популярный Wi-Fi роутер Asus, который обещает высокую скорость и стабильное соединение. Поговорим о его функциях, особенностях и, конечно же, плюсах и минусах этой модели. Станет ли он твоим идеальным выбором для дома или офиса? Узнаем прямо сейчас. Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот Wi-Fi роутер – его компактный и лаконичный дизайн. Весит устройство всего 374 грамма, что делает его легко переносимым, можешь без труда найти для него место на любом столе или полке. Размеры тоже впечатляют. Ширина всего 23 мм, высота 56 мм и глубина 134 мм. Кроме того, обязательно загляни в описание под видео, я оставил там для тебя ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит тебе совершить покупку с максимальной выгодой. Этот Wi-Fi роутер впечатляет своими техническими характеристиками. Под капотом скрывается процессор с частотой 1,7 ГГц, что обеспечивает отличную производительность устройства. Роутер поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 802.11ax, что гарантирует повышенную эффективность и пропускную способность сети. Особенно впечатляет скорость соединения. Максимальная скорость на частоте 2,4 ГГц достигает 574 Мбит в секунду, а на частоте 5 ГГц – аж 2402 Мбит в секунду, обеспечивая общую скорость передачи данных около 3000 Мбит в секунду. Такие показатели достигаются благодаря поддержке 1024 QAM, ускоряющей беспроводные соединения. Роутер оснащен 4 LAN-портами со скоростью передачи данных до 1000 Мбит в секунду, что идеально подходит для интенсивных игровых сессий или потоковой передачи видео в высоком разрешении. Технологии MUMIMA и OFDMA улучшают распределение каналов и обеспечивают одновременную связь с несколькими устройствами, значительно повышая общую производительность сети. Забота о безопасности также на высоте. Air Protection Classic от Trend Micro защищает домашнюю сеть, а функция Asus Instant Guard предоставляет безопасный VPN-доступ в один клик, когда ты находишься вдали от дома. Благодаря совместимости с AI Mesh, роутер легко интегрируется в большую сеть, обеспечивая беспрепятственный роуминг и стабильность связи в каждом уголке дома. Прежде чем делиться своим мнением, я решил ознакомиться с отзывами владельцев этого Wi-Fi роутера. Вот что мне удалось выяснить. Минусы. Нет USB-порта. Плохая скорость антенн. Скачки пинга. Слабые антенны. Плюсы. Поддержка Wi-Fi 6. Отличный дизайн. Проход сигнала через стены. Легкое подключение. Отличное мобильное приложение. Возможность создания профилей. Устойчивый сигнал. Широкий функционал. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео, там ты найдешь ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Буду рад узнать твое мнение о данной модели в комментариях. И, конечно, если тебе нравятся мои обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Жду тебя в следующих видео. До скорых встреч!